Друзья, всем привет! Вы на канале Калининград Инсайт. Сегодня 19 июля. И сегодня мы с вами пойдем к одному объекту. Потому что 19 июля – это день рождения Маяковского. А мы как раз с вами на улице Богдана Хмельницкого, где недавно ему установили памятник. Вот мы сейчас с вами подойдем и посмотрим, что это за памятник такой. Итак, на улице Богдана Хмельницкого в Калининграде есть библиотека имени Маяковского. Вот в дню его рождения, 19 июля, они заказали памятник. И памятник этот заказали у одного из любителей из гвардейска, Александра Брага, его фамилия. Ранее он отличался тем, что изготовлял из автолома там и мусора различного. Отлично. Вы слышите меня? Прекрасно вас слышу. Да. Тихо, значит. Ну, вот такой памятник он сделал. Еще громче. Интересно, какой же модель этот ноутбук? Памятник называется «Маяковский с ноутбуком». Вот у нас даже шутит. А будет ли памятник Пушкина на самокате? Вот эта громкость была. Или Александру Невскому с пулеметом? Так, нормально, тихо. Чуть-чуть погромче, еще чуть потише. Чуть погромче, чуть потише. И вроде более-менее. И я отхожу, машу микрофоном. Проверка. Саша, убегай. Будешь у меня кидать? Все, микрофон работает. А что у вас тут сегодня будет такое? Сегодня же день рождения Владимира Маяковского. Знаем, 1893 год. Да, будем праздновать, приходите, присоединяйтесь. Ну, понятно, спасибо. Творение? Гимн ученому обязательно прочитайте, там есть отличные строки. Обязательно. И во сколько обошелся в библиотеке этот памятник? Вы не в курсе? А какой марки ноутбук? А вот посмотрите, мы не рекламируем ничью марку. Да, ну все понятно, короче говоря, с этим памятником. Вот. Кстати, здесь вот подпись есть автора. Александр Брага. Ну и немножко, конечно, похож на все его произведения. Это, ну, думаю, что Калининград заслужил более такого хорошего памятника, серьезного, классического, тем более, что у нас здесь в городе, в Кёнигсберге, Маяковский был два раза, в 23-м и 25-м году. Ну все, друзья, вот такой вот небольшой репортаж об этом памятнике.